поток машин через мост. Я все еще гуляю по Осипе. Сейчас я иду в сторону гостиницы, на станцию Нишина Кодзима Нигамигатта. Ну, по дороге в гостиницу я еще зайду в один храмовый комплекс, если он еще пока открыт. Хотя я сомневаюсь, они обычно работают до 5, а уже начало 6. Через полтора часа зайдет солнце. Ну, это чтобы я снял автомобильные движения, чтобы примерно оценить, какое у нас машины есть в Осипе. Самое большое разнообразие машин я видел в Хиконе. Вот, очень маленький, и там я видел, наверное, десяток машин мало-мало-габаритных, при этом основной спортивного типа, которые, сами знаете, стоят довольно-таки больших денег. Интересно, где они в Хиконе такие деньги могут заработать. Ну а пока дорожное движение. Toyota. Больше похоже на Nissan Juke, ну вот Toyota, Hyundai, Suzuki, Isuzu. Очень достаточно много автомобилей с неизвестными знаками. Nissan, снова Toyota, Toyota, Nissan, Suzuki. И я, которые я не знаю, как они расшифровываются, Audi поехали, Citroen. ВАЗа, ГАЗа, ЗАЗа и прочее. А может быть какие-то китайские марки, которые дешевые и в основном идут на Японию. Ну вот я почти уже перешел мост и с другой стороны моста по пассажу на лесопарковая зона и чуть дальше спортивная площадка. Самолет заходит на посадку, видимо где-то здесь далеко аэропорт, но я точно не могу сказать, наверное недалеко, потому что уже